Ты опоздал на работу, а сегодня мистер Смизерс должен был проводить с тобой собеседование. А? Домик для скорпиона, где же будет жить мой скорпиончик? Мне может помочь только один человек. Ленни! Вы можете прийти и забрать меня, я заплачу. Как насчет завтрака? Нет времени, скажи, где находится мистер Смитерс? Я думаю, что видел его в магазине. Приобретайте завтраки. Мне нужна машина помощнее, я разберусь с ним. Интересно, у Барни еще есть его плаутинг? Мне нужна помощь, моя машина заснула. Время для столкновений! Это только для обычных персонажей. Я за рулем. Я злой гомер, я злой гомер. Так, это судебное заседание. Он будет моим. Скоростной. Направьте людей по карбинарству. Тебя ожидает кармическое возмездие. Безумное вождение — это мой конек. Осторожно, я почти спланировал свое воскресенье. Не я. Ай, мое колено! Я очень зол. Вот что получается, когда ожидаешь, что я буду делать работу, за которую мне платят. Оружие я умею использовать.
Как я могу уснуть с этими камерами? Сексуальные девушки могут наблюдать за мной через интернет. Глупые камеры, поразбивать вас нужно. А, я уничтожу источник вашего питания. Класс! Ой, как... Марк ведет этот беспорядок позже. Здорово получается! Уи! Оу! Оу-ти-оу-ти! Ух, как здорово получается! Если ты такой умный, как же я тебя победил? Кому не нравится. Надеюсь, что не нажимай не значит, не нажимай немедленно. Ой, как летит. Марк берет этот беспорядок позже. Если ты такой умный, как же я тебя победил? Это никому не нравится. Мы идем наверх. Тупой как летит. Ай, мой... Наконец-то я могу немного поспать. Безмозглые роботы, возвращайтесь в свои противные семьи! Нет! Тебе в лицо! Ура! Вы можете забрать меня, я заплачу! Научись водить, ты дурак. Это бар. Ай! Глотайте за мной пыль. Уи! Известный создатель мультфильмов посажен в тюрьму. Другие новости. Местные жители выведены из себя наблюдательными камерами, расставленными по всему городу. Мы направляемся к зданию мэрии, где мэр отвечает на вопросы разгневанных горожан. Эти наблюдательные камеры являются грубым нарушением. Подглядывание за нашими женщинами в раздевалках и ваннах непростительно. Я думаю, что выражу общее мнение всех жителей Спрингфилда, когда спрошу, где все эти отснятые материалы. И еще одна необъясненная новость. Странные черные фургоны. Мардж, этот черный фургон следит за нами. О, Гомер, ты такой сексуальный с этой манией преследования. Давайте сделаем это.
хватай за мной пыль. Смотри по сторонам. Значит, за всем этим стоит мистер Бернс, злой шпион, чтоб он превратился в обезьяну. Я такой талантливый и симпатичный. Я просто хотел орешков. Мистер Бернс шпионил за всеми. Пошли за ним. Не сейчас, Гомер. На улицах появилась новая жестокая видеоигра, и мы должны избавиться от нее, пока она не попала в руки к детям. Судя по описанию, это суперигра. И поэтому он должен быть уничтожен. Я так думаю. Буду стараться изо всех сил. Проще простого. Да. Это не прав. Давай сделаем это. Смотри, без рук. Я в пене общества. Как грубо. Где это полиция? Это я только полирую его. Я не меньше навсегда. О, это здорово. Эй, убери свое лицо от моего лица. Надеюсь, мне не придется за это платить. Шевели, давай. Шевелись. Похоже, это ты. Ух ты, сколько людей в бассейне. Если только дети еще больше будут играть в видеоигры. Бар, ты знаешь, у меня полно безумных планов. А теперь прости меня, мне нужно поговорить с боссом. А, это было легко. Вы можете забрать меня, я заплачу.
хороший водитель. Все болит! Эй, Гомер, похоже, с тобой что-то приключилось в магазине. Мистер Бернс, мини-камеры, черные фургоны. Хорошо, что я напился. Оу, не могу поверить, что мне приходится устраивать гонку с одним и тем же парнем второй раз за день. Собирается предупредить Бернса. Время для столкновений! Раз, два, три, четыре, я крутой, а ты слабак. Три, четыре, раз, два. Ненавижу я тебя. Никогда больше не буду бегать. Пускай цель, пускай цель. Эти люди говорят, что я тор. Постой, они меня оскорбили. Никто не знает, почему эти штуки появились по всему Спрингфилду. Похоже, они появляются всегда, когда происходит что-то интересное. Я не знаю, что они собой представляют, но насилие всегда является правильным ответом при столкновении с неизвестным. О, мы так и договаривались. Симон Бернс, я знаю, что ты виновен. Ты! Сэр? Ну ладно, я признаю, что мне пришлось отменить парочку авиарейсов. Теперь посмотрим, как она с этим справится. Нет, вы шпионили в Спрингфилде при помощи черных фургонов и камер наблюдения. Черные фургоны? Может, это как-то связано с доставкой пиццы? Что? Но это же не они, какой же я идиот! Смитерс, мы в затруднении. Если увидите рабочего для станции, сразу нанимайте его. Мы самые лучшие!